Мы знакомимся с первым в Одессе многосекционным трамваем. Он называется «Одиссей Макс» и имеет три секции. Длина такого трамвая 30 метров, в салоне 62 комфортных сидения. В первую и третью секции мы поднимаемся по традиционным ступенькам, а вторая секция низкопольная, удобная для людей с ограниченными возможностями и пассажиров с детскими колясками. Есть пандус, который откидывается вручную. Компоновка такого трамвая своего рода наследие вагонов типа «Татра Т3». Корпуса первой и третьей секции изготовлены как раз по типу «Татры», а между ними навешивается средняя секция с низким полом. Ходовые тележки такого трамвая тоже аналогичны «Татре Т3». Достоинство нового трамвая – большая вместимость, более 250 человек в общем, наличие низкопольной секции и возможность проехать даже по самым изношенным рельсам. Недостаток же – относительно малая площадь секции с низким уровнем пола. Такие трамваи под неофициальным названием «Кобра» есть во многих городах Чехии, Словакии, Боснии, а также в Киеве и Кривом Роге. Но «Одиссей Макс» отличается от них наружным дизайном, специально спроектированным для Одессы. В Одессе закупили корпуса для двух таких многосекционных трамваев. Затем их собирают как конструктор в вагоноремонтных мастерских коммунального предприятия «Одессгорэлектротранс». Уже в Одессе корпуса окрашивают, вклеивают стекла, устанавливают фирменный салон с удобными сиденьями, красивой, негорючей и устойчивой против вандалов стеклопластиковой обшивкой. Ходовые тележки трамвай получает капитально отремонтированные от старых вагонов. В них, за исключением рамы тележки, все остальное, в том числе тяговые электродвигатели, редукторы и прочее, совершенно новые. По документам, такой новый трамвай оформляется как капитальная модернизация старого трамвая. Так проще и дешевле. Стоит базовый комплект конструктора в виде корпуса трехсекционного трамвая и электронной транзисторно-импульсной системы управления почти 16 миллионов гривен. Всего же по программе развития электротранспорта в Одессе должны собрать 6 таких трамваев «Одиссей Макс», а также 24 обычных коротких «Одиссея». И это не считая тех трамваев, которые уже готовы. Это 22 единицы моделей «Одиссей» и «Каштан». Также закупают по кредитам европейских банков 16 многосекционных и 21 односекционный трамвай с низким уровнем пола. Так что всего, начиная с 2015 года и по 2021, Одесса получает 89 новых трамваев. И это очень много. Тем более, что за 27 лет, с 1988 по 2015, Одесса получила всего лишь 12 новых трамваев.